Меня зовут Мария, я работаю торговым представителем. У меня было несколько проблем с речью, поэтому я обратилась к Елене Литвиненко. Работали по трем направлениям. Первое направление – это контроль своих эмоций. Второе направление – это речь без предлогов и интонации упрека. Третье направление – это свободное звучание голоса. Первые три ступени мне давались сложно. После четвертой ступени я почувствовала быстрый высокий подъем. К концу второго месяца я почувствовала свободное звучание своего голоса. Чувствую, что начался автоматизм, это все встроилось на подсознательный уровень. В этом я останавливаться не собираюсь. Собираюсь дальше работать, продолжать свой рост, так как мне это нужно для своей работы и роста профессии. И все это, конечно, приводится в общении с мужчинами, в общении с семьей, с детьми, с родителями, чтобы получать от этого удовольствие, от своей речи, от общения с окружающими.